все, что нужно, очистили. Остальное потом по мере. Сейчас посмотрим с другой стороны. Так, ну что, винилин? Да. Он умничка. Он молодец у нас, котик. Так, так, как нам только летело? Девочка. Мальчик, господи, ты у нас котик, по-моему. Котик. Молодой котик. Умный такой. Умница моя, да. Ну, просто приходится держать, чтобы... Вот так. Сейчас. Все будет хорошо. Зато у нас отек спал. Так, ну что, как его? Так? Угу. Так. Можешь шприцом, нет? Да нет, шприцом. Тягучий слишком. Я шприцом загнала, этой самой черной. Целый кубик загнала. Растапливать надо. А? Растапливать надо. Да. И смотри, там еще надо лапку. Я уже намазала все. В этом месте, столько с твоей стороны. Вот, видишь? Сильнее прокинь. Тихо, мой хороший, тише. Тихо, мой золотой, тише. Так. Не хочет он забинтованно ходить, да? Ходит. Ходит? Ну и все, тогда раз в день. Молодец. Все это обязательно ходит, перебинтовывать. Ходит. Можно еще, знаешь, бронолин попробовать. Это что? Это тоже заживляющие салфеточки такие. У меня губка есть такая. Ну это гомеостатическая, да. Это не то. А это прям конкретно, оно способствует заживлению. А где ее взять? В аптеках обычно. Ну, я подержу. Тихо, детка, тихо, тихо, тихо. А у тебя сеточки нет такой, чтобы сеточку одеть на него? Да нет, если бы была. Ну ладно, тогда мы сейчас заедем, купим. Повыше сюда. Тихо, детка, тише. Опухоль у нас лапки спарила, видишь? Лапки у нас хорошие стали. Значит, просто инфекционное, естественно. Вот сюда. Тихо, детка. Все. Еще раз сюда и туда. Ой, господи, с одним котиком. Котя, ты же хороший котя. Анечка, внизу еще поправишь. Вот так, ну ты хорошо. Сейчас, Анечка, я сюда это закину. Салка Серёвну поколи. Поколоть? Угу. А куда? Внутримышечно. Два раза. Ну сейчас напишешь. Угу. Вот кубика. Тогда развяжу, а ты. Да заберу. Хорошо. Все. Перевязка окончена, дитя.